В Люберцах задержан мужчина, обвиняемый в мошенническом хищении денежных средств у пожилых граждан. По данным следствия, соучастники, используя специальное оборудование, позволяющее скрыть реальный номер и местонахождение абонента, звонили пожилым гражданам и, представляясь сотрудниками государственных органов, заставляли выполнять указания для сохранения имеющихся у потерпевших денежных средств. Одной из жертв стала 79-летняя жительница городского округа Люберцы. Она передала курьеру наличные в размере 2 миллионов рублей. Задержанный молодой человек на допросе пояснил, что в одном из мессенджеров ему предложили стать соучастником мошенников и забирать денежные средства по указанным ими адресам. По данному факту Следственным управлением МВД России Люберецка возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». С учетом позиции представителей Люберецкой городской прокуратуры, судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств и установление иных соучастников преступления. Ход расследования уголовного дела контролирует Люберецкая городская прокуратура.